большое количество предприятий открыто по всей республике Казахстан. В них вхожены огромные государственные деньги, они получили развитие. Многие предприниматели вышли из тени. Есть итоги. Конечно, не все так быстро, но итоги есть. Сдаются новые объекты с более современной технологией. Поэтому, естественно, страна ощущает, и люди ощущают, что есть хорошие подвижки. Ну, очевидный прорыв. Вообще Казахстан развивается динамично, по возрастающей. Ну, мы вам завидуем, честно. Завидуем Казахстану. Мы должны делать то, что как бы у нас не производится, чтобы нам импорт не брать. Ну, от промышленных, наверное, еще вряд ли. Я думаю, что через еще пятилетку мы, наверное, сможем это сделать. Но сразу это никому не удается, даже самым удачным странам. Этим путем нужно идти. И сейчас вот программа «Ваша производительность 2020» как раз нацелена на импортозамещение, локализацию производства. Уровень развития промышленности сейчас пока не позволяет об этом говорить. Вот лично для меня, как человека, заинтересованного в развитии новых технологий, это как бы открытие на территории Казахстана каких-то заводов, которые будут производить электронику, технику, чтобы она становилась более доступной, более современной, потому что сейчас это проблема, ну и, естественно, развитие телекоммуникаций. Новое строительство, расширение производства, создание рабочих мест, соответственно, повышение зарплаты и социально-экономический уровень повышаться будет в нашей республике. Ну, мы ждем участия украинских технологий в выполнении программ. Основная масса народа должна почувствовать это на себе, что мы носим на себе изготовленную в Казахстане одежду, покупаем бытовую технику, изготовленную в Казахстане и так далее.